eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Доброй ночи, вечера, утра, у кого сколько, я не знаю, у нас уже поздновато достаточно, но, по-моему, самое время для того, чтобы посмотреть последний матч сегодняшнего дня. Клан Мистик и команда Mousesports, соответственно, сойдутся на втором дедасте. Вот я предугадывал Инферно, потому что сегодня какой-то Инферно день. Такое ощущение, что в интернете все команды играют Инферно и Дедаст 2 и просто боятся, или я даже не знаю, как это описать, вот... обкакиваются, потому что вдруг они узнают, как мы играем Мираж, и на лане нас просто возьмут и выиграют. На самом деле, все по-тихому действительно, да, тренят Миражи, и никто не играет просто эти карты, когда надо. Ну, мы ждем сайдпика, собственно говоря, только что команда из Германии в главе с Крис Джейм, голландским капитаном, потерпела сокрушительное поражение от LDLC со счетом 16-8 на Инферно. Ну, это, конечно, фигово все, да, но тут что поделать. Что поделать, как бы. Ну, Mousesports будет, наверное, сейчас драться до последнего. По крайней мере, я на это надеюсь. И вот в матче с Клан Мистик станет понятно, насколько парни уверены. Завтра вам спешу сообщить. Вас ожидает интересный день на StarLadder'е. И весь этот вечер для вас будем комментировать мы с Страйком. Ну, 6 матчей завтра. 6 матчей, и один из них будет Hellraiser с Mousesports, Virtus.pro, Fnatic. Это вообще какая-то габелла непонятная. Это все StarLadder, друзьяшки. Да-да-да, именно он. Natus Vincere против Kiki Sports Club. Один из матчей, который может не выпустить, наверное, на финалы, ну или выпустить наоборот. Ну, конечно же, встреча в Hellraiser с LDLC. И вот сейчас станет ясно, все ли матчи с французами будут играть завтра или все-таки подождут, немножко потянут время. Ну что ж, я могу сказать точно, что вот уже пора, наверное, играть сайдпик. Или не пора играть сайдпик, пока просто непонятно. По-моему, все-таки пора сыграть сайдпик. Я не знаю, что тянем. А, во-во-во, все, все, погнали. Ну и ножики, режики, поножовщина. В общем, пожелать можно сейчас реально удачи огромной просто команде Mousesports. Ну, я думаю, они на самом деле уверены в своих силах, но вот что касается их оппонента, оппонент у них тоже не из слабых. Если Кеннис будет переться, то шансов будет мало. Ой-ой-ой, там Крис Джей разошелся просто. По-моему, у него режим антифранции включился после такого провала на Инферно. Прикол-то какой? Inferno Mousesports катают и катают ого-го как. Но вот LDLC его катают покруче. И на самом деле тут целая мыльная опера развернулась после этого матча между игроками. Но я пока про это промолчу. Если что, опишу подробно уже, наверное, завтра. Не стесняемся писать в Твиттер. Вот на закате вижу, тут два игрока мне написало. Не поверите, играть буду Dust 2. Надо сделать ретвит. На кого ставить? Не знаю, на кого ставить. Я бы не ставил на самом деле в этом матче, потому что он... ничего толком не решает, как бы, для Маус, да. Но Клан Мистик все еще имеет шансы на лан-финалы. Так что в их интересах, в первую очередь, сейчас играть на максимуме. И я надеюсь, что они покажут этот максимум. Так, ну вот вам первый пистолетный раунд. Как вам Mousesports, а? Ну вот как вы считаете, это нормальная команда или что это вообще? Они просто в пятером пошли на Б. Забрали бомбу, законтрили. Все? Все? Че? Все? Вот и вся пистолетка. Очень интересно. Клан Мистик, наверное, сейчас просто сидят. Вот у них уже, не знаю, отрыжка, наверное, пошла после такого.
Ой, Нуки заметил нижний. Все, лови СФ. Лови банку, братан, минус 40. Первый армор. Но из этой ситуации просто тема в том, что из нее никак не выбраться. И если вы это не просекли, то мне вас жаль. Но мне очень смешно, я не знаю. Панда, панда, панда. Они просто в пятером пошли на Б, забежали в Т-шку и убили всех. Все, в пятером. Вот как? Что за немцы? Что с этими парнями не так сегодня? Ну, явно терзают их, конечно, сейчас после... Ну, ни одного минуса, что ли, не будет. Ну, давай, Кио. Ох, есть один фраг, два фрага там уже. С ножом, с ножом, с ножом летел Легия резать Кио. И да, давил 1-0. Mousesports выигрывают первый пистолетный раунд. И будут продолжать уже, наверное, не в несколько другом ключе действовать на этой карте. В каком, пока непонятно, но явно клан Мистик негодует вот такому повороту событий. Ну, на этой карте маловероятно то, что кто-то из них возьмет пистики, поэтому будут, наверное, давиться сейчас своим хайдом и просто сидеть. Хотя, не, клан Мистик купили, на их месте я бы не стал этого делать. Что с ножом Марика? Да Марик оставил комп просто с авторизацией в стиме, в арене, и кое-кто это дело все под шумок взял и... Ты-ды-дын, ты-ды-дын. Ну, вы поняли, да? Но есть такая вещь замечательная в киберспорт-арене, как видеокамеры, которые отсняли, в принципе, злоумышленников. И мы ждем их эпичного возвращения в аренку поиграть. Крис Джей, минус Кио, минус Хартс и 5 в 1. Вот и все пистолеты. Просто взяли, просрали деньги, будут играть еще один эко. Вот это план просто. Но тут надо, чтобы Кенни сыграл. Ладно, Mousesports могут здесь взять матч, взять реванш у французов. Ну, для них это, конечно, будет победой, но вот для... На самом-то деле нифига не победой. Так, друзья, завтра Hellraisers, Mousesports, 6 вечера по Киеву, 7 по Москве, Virtus.pro. Вообще, давайте буду по центральноевропейскому времени говорить. Плюс 2 Москва, плюс 1 Киев. 17.00 Asher Mouse, 18.00 Virtus.pro Fnatic, 19.00 Na'Vi Kick, 20.00 LDLC Hellraisers, 21.00 Titan Hellraisers и 22.00 по сету. Это Hellraisers, клан Mystic, полночь по Москве. Ну и все эти матчи команда Hellraisers должна просто выигрывать. Просто в обязательном порядке. Ну и, в общем-то, 16 апреля, друзья, мы начнем трансляцию. С 16 апреля мы начнем трансляцию Copenhagen Games. Ну, я вот сейчас пока детали не знаю, но вроде нам там дали права на стрим, все такое. Ожидается интересный ивент. Наша команда там тоже присутствует, но не в том составе, в котором мы хотели бы, да. Но там есть команда СССР, будут куражи, поэтому мы будем стараться наблюдать за ними из студии, естественно, StarLadder TV. И так, пистолеты, Б. Ну вот на втором раунде поздно, конечно, тоже. Легия сразу в линию собирает. Третий пошел. Минус 4. Легия, отлично. Ну тут нужен эйс просто, и Легия идет помогать Нуке. Ну, Легия испугался, ушел Нуке. И Нуке добивает последнего Кенниса. 3-0. Легия практически принимает всю команду на медле. То, что вот так клан Мистик вышли и не смогли даже убить КТ, это говорит о том, что у них что-то сегодня не идет. Ну, у них сегодня уже не пошло один раз. Вообще, результаты матча сегодняшнего дня, кроме Hellraiser, Snip, друзья, Meteomakers 1-16, клан Мистик. Вот там клан Мистик были просто в напряженочке. Это было первое Инферно на сегодня, которое мы смотрели до этого. Ашер не поиграли на Инферно. 14-16, Онбот расправились с Alternate Attacks, тоже на Инферно. Тимол DLC, Маус сыграли на Инферно. И вот я счет вписывал, но он не вписался, бывает, но... Вы сами видели, что LDLC были на голову выше. По счету стало понятно, что все-таки 16-8 это реально показатель. Так, закидка гранат. Клан Мистик думает. Очень важный раунд для них. Смотрим на Кенниса. Кеннис открывает парыч. Вот он своим зумом, таким выходом аккуратным показывает, что ждет Крис Джея, но... Голландский снайпер сегодня что-то пока без снайперской винтовки. Так, чек миды. Тоже никакой. Ну, тут бэплент вырисовывается. И, по-моему, это все яснее и яснее становится. Вот пытаются сейчас КТ задергать. Ложится дым на КТ, чтобы Кенни смог открыться. Ну, дым ничего не значит, но Mousesports бдительности не теряют. И все-таки готовят раскидку на центр. Ну, есть такой момент. Вот видно, что на X-Ray Тепсон готовился раскидывать. Поздний дым еще один ложится. Падает молотов. Зачем, непонятно. Ну, мид потушить не удалось, идут прострелы. Ой, с пальмы как зашел на Кенниса. Сейчас удачно спиди, но не смог справиться до конца ситуации. В итоге бэплент выбивается, французы туда уже выходят. Посмотрим, что сделают защитники. Легия, Легия уже ничего не сделал. Нуки, понятно, просто решил на морозе ворваться, сразу был замечен. Убит СФ, отличное выбивание Легии с окна. И последним остается
тот самый голландский снайпер, которого мы не видели со снайперской винтовки. При том, что он просто заходит в дым, дает первый минус, видит тэшку и, ну, даже минус 2 не делает, но, тем не менее, очень рискнул. Рискнул, удивил французов, но первый девайсник все-таки клан Мистик забирают себе. Как-то у Mousesports неуверенно пошла игра. Вот заметьте, против Эка на мидле постоянно оставался Нуки, еще один игрок. За счет этого ему удалось не пропустить мидл. Здесь же этого парня не было. Игрок с КТУ ушел под шум на парыч, попробовал захелпить. Но сделал на самом деле только хуже. Так, Крис Джей берет наконец-то АВП. И Кио попадает по голове Крис Джею. Ну почти по голове, задевает в плечо. Судя по тому, сколько хп потратили. И Крис Джей реализует свой авик. Ну, понимает клан Мистик, что играть против Крис Джея не вариант. Можно разыграть против двух игроков на Б пленте с участием мидла. В мидле уже действует GMX. При том, что мид начекали. Закрывается мид Легии. Б плент моментально реагирует. Легия. Ну вот он, King of the Middle в команде Mousesports. Минус 2. Четверых принимал, двоих сейчас собрал. И первые проблемы у клан Мистик настают сразу же на пятом раунде. Это на самом деле показатель отсутствия бдительности и вообще понимания того, что происходит. О, это успех вообще. Еще и прострелом Нуки забирает последнего Харца. Короче, без open фрага клан Мистик ничего практически сделать не смогли. Развалились все по фронтам. Но, по-моему, выход на Б все-таки это реально оптимальный вариант для клан Мистик. Все-таки там Крис Джей не успеет. Там Крис Джей не попадет, там целая стенка, и Крис Джей через нее не прострелит. Хотя этот парень может все. 2-1-2, расстановка сил соперника. Пятый номер, он же Крис Джей, на центре. И на пальму выходит Кенниес. И не удается ему здесь обыграть француза, но попал по СФу в начале. Сэф с диглом, ХАЕ в центр. Французская команда медленно, но уверенно переходит ко второму плану своей атаки. Это выход на мидл. Ну, как видим, там что? Два дигла, один глок, чешечки. Вот GMX на парапете, пожалуйста, который может сейчас что-то сделать. Ну, клан Мистик как-то нерешительно отстоялись на центре. Вместо мидла пошли обратно на парыч. Ну, тупичок могут словить парни. Вот что я могу сказать. GMX вообще, по-моему, в космосе. Понюхал борт, ножом порезал плитку. Что за жизнь человека? Это называется легализация наркотиков во Франции. Она там есть. Она существует. И вы играете вот таким вот тык-тык-тык-тык ножом в плитку. Логика. Ха! Погнали, Спиди, давай. Вот Спиди должен был сейчас упасть. Но он фейк падения должен был делать. И ВП мажет, Спиди. Ну, тут, конечно, не уверенно, но что поделать. Самое главное, в ряд ловить парней. Да, и у него это получается делать. Да, на двоих с Крис Джеем запилили, в принципе, всю эту бригаду. Французы до 16 секунды думали, куда же им выйти с этой бомбой, где же им сдохнуть. То ли на длине, то ли на центре. Почему так безинициативно? Уже 5-1, Mousesports сходу берут пятерку. У меня возникает сомнение сейчас на тему команды клан Мистик. Я думал, что все-таки будут играть намного увереннее в атаке. Но они могут деф показать, если Кенниес пропрется, но с Маус у них здесь качели. Ну, Даст 2 играют все, это самая древняя карта. Вот сейчас АВП на медле может забрить 58. Крис Джей, ай-яй-яй, в секунду отошел не туда, мог поймать Кенниса. И ну тут уже спалили всю задумку. Крис Джея, прострелы, граната в центр. Ну, надо изолировать было смоком. Все, отдают мидл Маус. Ну, сейчас в их интересах, конечно же, проделать те самые титанические усилия и сделать счет 6-1, потому что экономический раунд для французов последний. Об этом знает, я думаю, голландец. И попробует своих тиммейтов сейчас поставить на путь истины, чтобы они собрано принимали флешку. А, но какая-то неуверенная флешка, по ней ничего не понятно. Залетают дымы, похоже на фейк с выпадом мид. Но идут до конца на, и Mousesports не теряются. АВП от Кенниса. Ну, вот этот, конечно, сейчас красавчик может поднаказать. Так, Кио минус Крис Джей, Спиди. Ой, как зря! Что ж ты с Кеннисом-то будешь делать? С длины в этот момент уходит СФ. Накидывает моменталку. Спиди на страже. 4 в 3. Подъемы действуют Нуки. Тапсен. Падает Молотов на пленте. Кеннис не знает. Ой, посмотрите, как Mousesports блестяще разыгрывают. Попытка убить подъем будет фейловой. Кеннис ставит умопомрачительный фаззум по Спиди, но Нуки выигрывает эту перестрелку. СФ последний. Бомба не на него, и в этот момент Нуки дефузил под весь этот шумок, убил троих, вид статрек, жесть, Нуки. Где ж ты был в игре с клан... Где ж ты был в игре с LDLC?
Такое непошансовое выбивание выходом с КТ в двух игроков, и оно выигрывается маузами. Кто бы мог подумать, что до этого... Ну, короче, кто видел этот раунд, тот видел все за сегодня, и я рад, что я его тоже заметил. Кеннис мстит Крис Джею, сразу ловит на мидле и убивает. Так. Мистик Кио минус Спиди. 3 в 4, 3 в 5 даже уже. Ого. Ну и Легия 1 принимает А. Не уверенно. Ну, первый офшир. Молодец. Дали АВП. Легия стрейфится в точке. Ну, надо отойти. Но вот ищет себе приключения. Ошибается также его тиммейт, ну, который должен был с ним в один момент стоять и принимать по линии сразу в два шквальных огня. Ну и клан Мистик на стрельбе заканчивает этот раунд куда быстрее, чем затяжную атаку на плент в предыдущем. Девятый раунд, первой половины, счет 6-2, 4 раунда разницы, Mousesports впереди, и пока что это преимущество на самом деле не ощущается. Клан Мистик с переменным успехом нормально уничтожает. Так, ок, пишет Легия. I'm not sure. Ну, молодец. Кеннис. Убил жестко, но... О-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Клан Мистик выходит на Б-плент, и это такая халява сейчас для них будет, если... Убьют Нуки. О-ло-ло-ло. О, Крис Джей! Бинго! Отвечает Кеннис тем же. 2 в 2 ситуации. Игроки защиты на КТ респауне. А ВП разминулись просто своими блестящими фрагами. Ну, минус Кенниса мы не видели, но Крис Джей блестяще принял проходящего через дверь. Изоляцию упора. Боится Крис Джей. ВП своего конкурента из Франции. И не стали вылезать. Так, ну, на спиде сейчас держится весь этот раунд. Крис Джею надо менять девайс. У Кенниса есть ВП. Мы знаем, что Кеннис может принимать просто по-четкому. Если будут пушить, то могут потерпеть. Так, Спиди залетает, видит Кенниса. Ну вот я говорил про этот момент, то что нельзя как бы, да, играть против Кенниса пассивно. Ну, Крис Джей тут, конечно, просто дефузить будет и все. Вот это боль! Вот это боль, клан Мистик! Какой анал карнавала устраивает голландец! Его явно LDLC обидели, он явно зол на всю Францию сегодня и просто сейчас отомстил. Вот это да! Блестящий фаззум! Вернее, блестящий ноузум в последнем фраге, но фишка-то в том, что Ninja Defuse был... Нереально, нереально угарный. Ну, так может только Крис Джей. Но, опять же, это все лишь только начало игры. Во второй половине мы можем не увидеть того же самого Криса Джидонга, как его правильно. Ну, клан Мистик пока не уверенно как-то выглядит на фоне. Вот Кеннис прется, остальная команда пока что реально как план миссия. Или план мести, план промазал. Ну, дожали наконец-то длину. 3 в 2 клан Мистик разминулись благодаря тому, что игрался сплит с парапета. Кеннис опять же сделал всю погоду в этом раунде. И это все, что можно, наверное, сейчас сказать. Ставится очередная бомба. Кио с ВП на 2 авика забирают Нуки. Выходит Крис Тапсон и падает там же, в общем-то, от Кио. Эх, клан Мистик 7-3. Но разница в 5 раундов на самом деле ощутима. Вернее, в 4. И вот сейчас единственное, что... помогает команде из Франции. Это то, что все-таки немецкая экономика будет очень слабой, так как это защита. И... так, Кио, 2 ВП у атаки. Ну, сейчас точно какие-то чешки. Одно ВП, если где-то достанется по пути к победе в этом раунде Крис Джею, то он может с него наказать. Несмотря на эко, команда из клуба Mousesports играет пока что 3-2 по расстановке сил. То бишь классика. Нуки, поздний чек мидла, СФ под Б. Ну, тут уже перестраиваются. Сейчас немцы понимают, что придется им играть. Вот Спиди мне нравится, посмотрите. Это человек, который драл всех. Ему вообще не важно, где вы, кто вы. Он Спиди. У него работа такая вот. Ой-ой-ой, в последний момент чекнул. У Спиди был шанс поймать тайминг, забить его. Спину, Крис Джей, USP, Спиди, минус Крис Джей. Где же ты, минус Крис Джей-то? Где ты? Ой, Спиди минус Крис Джей. Что-то я с ума сошел, они за одну команду играют. Ты дыщ. Всем привет, я Нуки, и я покажу вам, как надо играть с CZ, она же Чешечка. 7-4. Бай от... Не, ну денег вообще бол 2 эко будут делать Mousesports. Вот Крис Джей, конечно, вытащил раунд, команда была не готова к такому.
И как видим, чем это дело заканчивается. Так, ну и результаты трех последних матчей сегодня опять перед вами на экранах, чтобы вы понимали, что Mousesport сейчас злые, они уступили LDLC примерно 8 раундов. Это очень обидное поражение для них. При том, что уже, наверное, можно сказать, что паника была у Крис Джея, он аж демки попросил. Вот, чем это Санта-Барбара закончится, узнаем уже завтра. Ну, а пока... пока матч продолжает. И... Маус. Ну, вот пистолет от Mousesport со второй попытки. Вот это называется уровень. И... вот, пожалуйста, 2 АВП. 2 АВП было. Крис Джей находит себе весло. Поджали мидл, поймали французов. Молодцом. Теперь у французов аналогичная ситуация в экономике может сложиться, если в этом раунде не сыграет Кеннис. Опять же, ну вот Кеннис, от него одного зависит слишком много. Конечно, это приятно, что есть парень, который может перевернуть игру, но, например, им надо как-то более стабильно к составу своему отнестись и подумать вообще, кто как играет. Потому что, ну, есть уже команда с одним снайпером, на котором держится, да, это команда Na'Vi, но у них остальные игроки хороши. А вот что вы знаете о клан Мистик? Я знаю Кенниса, да, это все, что можно пока сказать. Ну, Хардс, да. Аж в целом в 2007 бородатом году выигравший World Cyber Games. Но это уже не достижение. Ну, по крайней мере, вот нынешнее. Это просто пока, это просто раскрывает его как профессионала для комьюнити, но как достижение это сейчас считать нельзя. Но для него лично оно, да, оно достижение. Это было, тогда это было круто. Выиграть ВЦГ тогда было очень-очень почетно. Все об этом мечтали. Так, ну и что ж, клан Мистик перестраивают свою атаку, делая фейк на миде. Но они думали, что они сделали фейк на миде. Опа, дым. Давайте, наверное, смотреть вот так. Как будут защищаться сейчас Маус. Легия, плен. На Легию сразу мейн агрессия просто идет. Он, правда, отыгрывает. Спиди взрывает тупку. Ну и все, французы еще ничего не придумали. Это называется обкакались. А Абас Валис пытается выманить сейчас музов на стрельбу, но опять-таки количество молотовых. Так. Ох, две флешки, супер, но Кеннис сейчас все видит. О, Топсен! Unbelievable! Кио попробует потащить. Не знаю, каким чудом Кио поставил эту бомбу, но не отдался. Мог не отдаться, но Топсен его все-таки накрыл. Короче, Тапсон психанул, забрал опять троих игроков нападения, забрал снова АВП Крис Джей. Надеюсь, он встанет в следующем раунде с рекламой и выиграл первую половину со счетом 9-4 для своей команды. Ну, нет денег теперь. Все, французы будут сейчас кипятком убиваться, и 10-5 это максимум, на что стоит рассчитывать. Опять Тапсон, опять из ниоткуда, опять затащил. Я не знаю, как еще это описывать правильно. Ну, нельзя же так постоянно. Надо как-то, не знаю. На самом деле, то, что Тапсон один на своем горбу вытаскивал этот раунд, это показатель того, что вся команда абсолютно полностью бездарно бездействовала. Тот же Крис Джей, который умер, вообще не ясно, как он там на гусе сдох с АВП. Ну, ясно, что он не хотел пускать никого к себе в упор, но с другой стороны... ё-моё, чувак, ну, играй ты с рекламы, как все нормальные люди. Так, ну, тут еще Кеннис пытается шалить. Не хочет сдаваться просто так, но вот под флешечку его Тапсон загоняет. Видите, Тапсон играет грамотно. Надо будет его пару полок посмотреть в любом случае. Ну, вот молодым игрокам точно будет полезно. 10-4 и 6 раундов. Нужно будет Mousesport для того, чтобы победить. Может, даже 5, если возьмут здесь 11-4, но... вроде как французы настроены серьезно, и у них каточка получается далеко не изи каточка. Так, ну вот не дали сейчас сыграть агрессивно под Б. Не знаю, был ли план играть агрессивно под Б. Опс, Крис Джей. Гуськом, гуськом его. И минус Кио по длиной на центре Легия. Вот первый раз за всю половину не справился со своими обязанностями. Запустил мидл. Начинает нервничать Маус на Б. Нуки дает флешки. Ну тут выпады, конечно, делать нельзя. Тепсон запирает темный, открывается. Это подъем упал, надо крыть Тэшку. И тут влетают дымы, и Нуки не успевает засупортить. Выходит, красного забрал. Бомб керри падает также. Кеннис АВП выходит на центр. Голландец его в секунду пропускает и не контрит. Есть моменталка для СФ. Крис Джей выходит на точку, пытается отстреливать Тэшку.
Пошел дым в СФ, но дым СФ только сейчас поможет. Еще ведь Кеннис остался, и французы выходят в итоге на этот молот, ФТшки, все горит. Так, СФ. Оу, и нет, все-таки мало справляются. Короче, грамотно кланмистики переместились. Вот непонятно, почему Кеннис не остался давить мидл, понимая то, что это можно сделать. Так, ГХХФ пишет спиди. Ну, французы явно ошарашены сейчас, то, что у них 4 раунда всего лишь за атаку. Это сильная сторона, и для них она такая же сильная, как для любой другой мяс-команды, которая играет за атаку. Так, оп, надо поменять дашборд, я что-то забыл. Не, ну клан Мистик, конечно. Мистик. Мистик. План Мисти. Так, ну жесть, ну слабо сыграли французы. Откровенно говоря, хреново. Вот, но у немцев, кстати, еще с пингом получше. Кеннис, конечно, попадал, но одного, опять же, его мало. Здесь нужно, чтобы играли все. И пока я, например, не понимаю, как так получается, что... Не выходит у них это делать. Ну, просто не выходит у них это делать. Так, ВП Фнатик. Не, ну вот ВП Фнатик завтра будет такая газмясочка. Я даже не знаю, как это сказать. Так, ну что, 11-4, все в руках немцев и... Ну вот с СФом, конечно, плотно Нуки стреляется. Посмотрите, задергал стрейфом нижняя Т-шка. Кеннис. О-о-о, вот эта техника игры. Посмотрите, как интересно сыграли. Вот прогоняют Кенниса с медла. Но нижняя Т-шка тоже поджата. Посмотрите, СФ 3 хп, GMX 5 хп. Ну, короче, это почти 3 в 5 сходу. Ну, я не знаю, стрельба немцев здесь не подводит вообще. Нуки просто крайне железно сыграл. Длина за спиди. Это сплит на аплен. Там только СФ и GMX. Два игрока. Кеннис стянулся в хелпу. И вот он, выход на победу. Нуки будет добивать или не будет, я не знаю. Но Кенниса точно пускать нельзя сейчас туда. И Мауспортс... Ну, вот французы, понимаю, ущербность по хелсам пытаются выйти... Попытались быстро засупортить. В итоге их просто туда-сюда стянули. Моус раскидывают центр. Открываются в центре. Убивают Кеннисона. И выход будет все-таки делаться на плент. Остается СФ. Моментально Нуки его добивает. Ну вот с него все и начиналось. Но это 12-4. И тут ничего не поможет французской команде. Только если Тепсон сейчас не примет никого. И он никого не принимает. Есть шансы на выбивание в парапете. Ну... должен стрельбу давать сейчас хард с Кио. На них, в принципе, все основное. Кио идет чекать спину и сразу ловит от спиди плюху. Это хэдшот. 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 Хорош. Хорош топ-5. Вот так вот. Хорош хардс. Хорош. Хорош раунд from Mouse Sports. Вот будем теперь это так называть. Хорош раунд from Mouse Sports. Это как команда бот здоров, только хорош раунд. Жесть. Я сошел с ума. Так, ну вот что-то... Что-то пока... Что-то... А, ну все, тут нормально, зашли в Б. Французы могут ворваться, но что-то вот у них уже не получится, мне кажется. Да. Как видим, Кио расслабился. Ну, в общем, ребят, по-моему, в этом матче все становится понятно уже сейчас, потому что французская команда даже не блеснула мастерством на эко. Они это умеют, мы это знаем, зная Кенниса, зная, как играют эти парни. И мне кажется, что все закончится для них. Ой-ой-ой, как быстро. 13-4, еще 3 раунда не хватает Мауспорс для того, чтобы уверенно закончить в этой половине. Клан Мистик сейчас должны. Ну, скорее всего, волю будут делать, не знаю, давайте посмотрим. У них, конечно, мысли сейчас мутные. Но могут отдать 14, потом десятку камбэка делать, это вообще не вариант для них. Вот, но то, что Mouseports могут их сейчас обыграть, для немцев определенно плюс. Вот это ящик, лол, вы видели? Что на ящике написано? Warning или что? Warning? Что вот это такое? Эль сожри! Сахриш. Эль сахриш, а не эль сожри. Что-то я просто есть хочу, признаюсь честно. Ел просто последний раз часов, наверное, 8 назад или даже 10. И как-то вот у меня на слово сожри сразу аппетит проснулся. О, друзья, за 2 эко раунда 1 минус от Кенниса. Это уровень. Это уровень.
Ну что ж, 14-4. Команда Клан Мистик сейчас будет делать камбэк против Мау Спортс. Так говорили сегодня мне некоторые болельщики команды CM, в том числе и в Твиттере. Так. Я какой-то бред прочитал в Твиттере. Ну а здесь идет просто такой выход на длину. Я не знаю. Спиди ждет выпада за двери. Уходит. Ого. И вот думает, что его сейчас будут пушить. Поджигает упор. Ну, тут залетают сразу флешки, чтобы Спиди отошел. Но интересно начинается игра на длине. Французы какие-то на себя не похожи. Пытаются зайти в верхний темный. Ну вот сейчас оно самое время. Но посмотрите, что готовит команда из Германии. Они готовят выход на мидл. ВП, которая стоит на рекламе, смотрит сейчас просто смотрит в парапет. Говорит он всем привет. Двое уже в тэшке. Вот заходит сейчас, как видим, Харц. Видит центр, спокойно убивает. Должен уйти в верхнюю тэшку. Ой, немцы! Ой-ой-ой! Ой, косипоры, просто жесть! Все перепутали, перемудрили. Кеннис, неужели уйдет? Не уходит от леги. Спиди выбил. Еще флешка на длину. Чекает длину Легия. И в последний момент GMX реагирует. 2 в 2. В итоге ситуация. Нуки проходит на бомб-плей. Ставит бомбу. И клан Мистик будут выбивать ее с длины. А это значит только одно. Что Мау Спортс не знают о том, что там именно два игрока защиты. Они думают, что там один. Залетает флешка. Нуки будет крысить Спиди. Вот Спиди, фу, надо было чекать. А он не чекнул. И все, на пленте отдается Нуки. Нет, убивает. И... дым, 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 падает час, плент, попытка сыграть 1-1, идет дефуз, бомба, это дефуз на морозе, и с этим просто нет, забрали, забрали. Итак, ну что, счет становится 15-14, и вот божьим чудом попытался потащить французский игрок. Ну, респект ему за это, но мы все хотим спать, мы все устали, напряженный день, и команда Мау Спортс тоже не исключение. Смотрим, дадут ли килл в лоб. Дадут килл в лоб. 4 в 4, 4 в 3. Харц. Харц! Вау, сикшот! Спиди. Ну, поможет сейчас своим тиммейту на Б. Так, меня вот все волнует один момент. Последний, что Нуки делает на парапете. Почему у него 12 хп и как мы делать проглядели. Короче, Маус сейчас надо халдить. Это единственное, что их спасет. Топот по парапету от Нуки помог бы сейчас своим его тиммейтам отвлечь внимание СФ и Харца на плент. Но хочу заметить, что... так, ну вот Нуки забирает. Нуки забирают. И 3 в 2 остается французская команда. Харц имеет... шанс на то, чтобы застать врасплох. Летают флешки, идет пуш, Спиди выходит в наглую. Минус, вот эта игра. Ну и GMX последний. Пытается стоять, у него остается 51 хп. Два девайса против него, Тапсон еле живой. И все, остается красный, но это 16-4. Я вообще поражен этому счету, друзья. И я не ожидал, что клан Мистик вот так вот жижечки просто сделают на последней карте на втором дедасте. Это жесть. Это жесть. ГГшечка, друзья. Ну и результаты матча сегодняшнего дня. 16-14. Hellraisers уступили команде NIP. 11-16. Команда Клан Мистик убила Мим. 14-16. Он Bots обыграли Alternate Attacks. 8-16. LDLC уронили Маус. Ну и Маус в конечном итоге отомстили просто всем и вся. И это на самом деле очень-очень жесткий результат сегодняшнего дня. С вами был я. Увидимся. Завтра. Завтра 6 матчей StarLadder. Для тех, кто не знает, они будут жесткими. И очень много матчей, конечно же, Ашеров.